День добрый. Я вот очередной раз попал сюда. Люди обратились ко мне. Если получится найти родного, близкого человека. Вот. Я надеюсь, что это он и есть. Тот, который похоронен здесь. Сами люди, они далеко отсюда совсем. Ну, Виктор Андреевич. 1925 год, мы видим год рождения. И год смерти 1996. Лёш, я надеюсь, это он и есть. Вы очень далеко. И не знаю, приедете ли вы сюда или нет. Здесь рядом Тишина Елена Ивановна, 1908 год, а дата смерти 1000, как мы видим, 1991 год. Не считайте, я его, честно скажу, не считайте, что возможно повторяется что-то, кто-то скажет это видео. Но это самое такое тяжелое, ибо то, что вот человек там где-то далеко находится, это одно. Ты знаешь, он жив, здоров, сейчас можно созвониться, поговорить, позвонить по видео, так, аудио, вы сами знаете. Но одно есть, когда человек умер, вы уже ничего не можете сделать, только останется вот такая память. Знаете, где-то похоронен близкий, родной человек. Вот так. Мне так повезло, я пришел и быстро нашел. Я, если честно, думал, вдруг не смогу найти. Потому что до этого, когда были люди обращались, я кого-то смог найти, кого-то не смог найти. Поэтому... Увы, как я и говорил, да, это некоторые совсем заросли. Не очищается, не смотрится, родных нет. Основное это те, которые родные совсем далеко, либо уже нет никого из близких. Поэтому я, если честно, всегда говорю, пока не поздно. Пока не поздно, старайтесь видеться с родными, с близкими, пока живы, пока в здравии. Пусть далеко бывает, пусть это какие-то расходы, но это все равно мирское. Ведь придет день, когда, возможно, будут и деньги большие, и машины, и возможности поехать, но некому будет поехать. Некому будет поехать, кого-то навестить, чтобы увидеть, поговорить, просто обнять. Поэтому я не хочу удлинять. Или же повторяться. Старайтесь видеться с родными, с близкими. Пока не поздно. Всем всего доброго.